Как же я обожаю помидоры! Вот это да! Все обалдеют! Аня учится целоваться на помидорах! Кто проживает на дне океана? Спанч Боб Сквепенс! Спанч Боб Сквепенс! Вот это точно сенсация! Учитель в свои 500 миллионов лет мультики смотрит! Хватит сенсаций! Да, я закрываю нашу школьную интернет-газету. Плохая была идея. Настя, а когда твоя статья выйдет? Да, мы уже хотим прочитать свои интервью. Мой блокнот пропал, а без него ничего не будет. Нужно от него избавиться, иначе меня раскроют. Уху, я выиграла! Артём Зюзикович, ты туалет забился? Так, Настя, отойди. Кажется, я нашел. В чем была проблема? Не могу поверить, что Лиза играет так грязно. Так, девчонки, все на линейку. Доброе утро, Артём Зюзикович! Балдёж, сегодня я буду делать интересные репортажи для школьных новостей. Не могу дождаться. Надеюсь, в этот раз никто от твоих репортажей не пострадает. Лиза, а я всё знаю. Стоп, откуда? Это журналистская тайна. Пожалуйста, не рассказывай никому. Хочешь, я сделаю тебя своим помощником? Помощником? Ни за что. Пожалуйста, я очень хочу быть журналистом. Я тоже хотела, а ты вот как со мной поступила. Артём Зюзикович, я хочу показать вам свой репортаж. Прости, Настя, но время уже вышло. Лиза стала журналистом. Я бы сдала вовремя, если бы кое-кто по имени Лиза не украла бы мой блокнот. Украла? Не понял. Лиза, это правда? Теперь понятно, куда он делся. Лизе всегда нужно быть лучше всех. Да уж, от Лизы я такого не ожидала. А я вполне ожидала. Артём Зюзикович, а можно мы вместе с Настей будем журналистами? Нет, теперь ты уволена, а Настя становится полноправным журналистом. Лиза, забей, зато меньше хлопот. Ты ничего не понимаешь, это был мой шанс. Да мне как-то по барабану. В общем, Настя, можешь приступать к работе прямо сейчас. Ура, наконец-то я журналист! Мои статьи будут самыми интересными! Да, да, Настя, хорошо, только не ори так больше, договорились? А я тем временем напоминаю, что скоро у нас общешкольные соревнования, так что давайте, живо приступайте к тренировкам. Вернусь, проверю. Ничего, Лиза, станешь журналистом в другой раз. Так, я не поняла, что все стоят? Тренировка уже началась. Ты видишь, Лиза не в настроении. Ну пусть ревет, сама заслужила. Живо тренироваться, обе. Лиза, все, не плачь, давай тренироваться. Лиза, ты здесь не принцесса на горошине, сама виновата, давай тренируйся. Принцесса на горошине, нужно зафиксировать. А ты что дурака валяешь? У нас тренировка, это и тебя касается. Ты не имеешь права меня заставлять. Я представитель прессы. Вот же, блин, одна ноет, вторая вся из себя такая важная. Кто же спортом заниматься будет? Не мешай мне работать. Ладно, работай. Всем привет! Это репортаж с места событий. Сейчас я расскажу, как тренируются школьники. Пока что я вижу, что все стараются, кроме Вики. Эй, я вообще-то стараюсь, я просто не гибкая от природы. Да уж, такое в новостях показывать нельзя, это неинтересно. Извиняюсь, девчонки, но мне надо немного отдохнуть. Лиза уходит с тренировки, куда она направляется? Сейчас мы это узнаем. Надеюсь, никто не узнает, что я рисованием увлеклась. Что же делает Лиза? Решает математику или пишет сочинение? Что ты тут делаешь? Ничего. А, ничего. Так,
Я не поняла. А ты что, тут тоже прохлаждаешься? А ну бегом на тренировку. Слушай, блин, спалилась. Уже бегу, Виолетта. Эксклюзивные кадры. Что же в тетради у Лизы? Ничего себе. Лиза рисует? И так интересно. Скоро все увидят ее рисунки. Девчонки, старайтесь лучше. Да мы уже и так долго тренируемся. Да вижу я, как вы тренируетесь. Это не тренировка, а халтура. Вообще-то сейчас время обеденного перерыва. Да, я уже голодная и пойду хавать. Ой, хорошо, перерыв на обед 15 минут. Сейчас в школе обед, и мы попытаемся узнать, что едят школьники. Надеюсь, никто не узнает, что я ем чипсы. Кадры, которые шокируют каждого. Спортсмен нарушает диету. Настя, не снимай! Виолетта, как вы это прокомментируете? Настя, удали, пожалуйста. Но это же интересный сюжет, я не могу его удалить. Из-за твоего видео моей спортивной карьере придет конец. Это видео просто сенсация. Пойду про Аню что-нибудь сниму. Вот же, блин. Как же я обожаю помидоры. Вот это да, все обалдеют. Аня учится целоваться на помидорах. Что это было? Так, стоять. Что такое? Ну, расскажи, как продвигается твоя журналистская работа? Просто отлично. Ну и какие статьи ты уже написала? Вечером сами все увидите. Мне сейчас некогда. Ладно. Вам не кажется, что Настя себя очень странно ведет? Ну ведет и ведет, она же журналист. Уверена, эта Настя ничего дельного не напишет. У меня уже есть новости про всех девочек, кроме Вики. Она пока что не сделала еще ничего интересного. Точно, я могу же дождаться подходящего случая. Спрячусь прямо здесь. Спи, мой малыш. Я знаю, что в сумке тебе не очень удобно, но в школе не разрешают с куклами играться. Сегодня мне везет. В конце дня все будут обсуждать мои новости. Перерыв заканчивается. Через 2 минуты идем кидать мяч. Пожалуйста, только не мяч. Я в прошлый раз уже накидалась. Ладно, ладно. А ты, Настя, что делаешь? Готовлю новости к публикации. Настя, а может, все-таки не будешь выкладывать видео со мной? Чего? Буду, конечно. Настя, ну подумай, я куплю тебе 10 шоколадок. Ты меня обижаешь, я честный журналист. Очень жаль. Ну что, девчонки, продолжаем тренироваться. Вика есть, Лиза есть, компромат на Аню с Виолеттой тоже есть. Чуть не забыла про Артема Зюзиковича. Кто проживает на дне океана? Спанч Боб Сквепенс! Спанч Боб Сквепенс! Вот это точно сенсация! Учитель в свои 500 миллионов лет мультики смотрит. Вы готовы? На линейку, ребят, давайте быстрее. Настя, может, вот на секунду от своего гаджета отвлечешься? У нас линейка вообще-то. У меня на это нет времени. Я готовлю новости, если вы не забыли. Ну и когда они будут готовы, мне уже не терпится почитать. Надеюсь, Настя сжалится надо мной. Так, уже выкладываю. Все, можете смотреть. Лиза, а я не знала, что ты рисуешь. Чего? Я еще не долистала. Настя, как ты узнала? Все просто. Я за тобой следила. Ты лазила по моим вещам. Это же некрасиво. Ой, кто бы говорил. Лиза, да что ты нервничаешь? Отличные рисунки. Ну не смотрите, я стесняюсь. Ого, а тут Вика нянчится с игрушкой. Ну и детский сад. А я верю, что у каждой игрушки есть душа. И по крайней мере они лучшие подруги, чем вы. Хоть спортом не заставляют заниматься. О, смотрите, а тут Аня целует помидор.
А говорила, что и скрывать нечего. Эй, Настя, как ты меня засняла? Я просто обожаю есть помидоры, а ты все так обставила. Просто я профессионал. Так, я не понял, Виолетта, ты что, чипсы ешь? Меня же твой тренер убьет, у тебя диета. Артем Зюзикович, я съела всего лишь пару чипсариков. Виолетта, ну сколько раз тебе говорить? Это недопустимо, ты должна соблюдать диету. Недопустимо, значит? А здесь видео, как Артем Зюзикович смотрит мультики вместо занятий. Точно. Вообще-то я должен проверять, что там вы молодежь смотрите, чтобы ничего там в себе в этих мозгах не напридумывали. И вообще, Настя, как ты это здесь сняла? Не волнуйтесь, Артем Зюзикович, мы тоже любим смотреть мультики про желтых квадратиков. Глядя на вас, я почему-то не удивлен. Ну что, всем понравились мои новости? Мне не понравилось. А я не хотела бы, чтобы про меня такое писали. Как мне теперь в школу ходить? Эта кукла же стыдоба полная. Ты нас поставила в очень неловкое положение. Да какая разница? Это же все сенсации. Я ожидал других новостей в школьной газеты. Там, не знаю, кто-нибудь в футбол поиграл и выиграл с каким-то счетом. Или пятерку получил. В этом духе что-нибудь. Зачем нам сенсации? Да, теперь мне конец. Тренер скоро обо всем узнает. Ничего страшного. Завтра будут новые сенсации. А про эти все скоро забудут. Хватит сенсаций! Да, я закрываю нашу школьную интернет-газету. Плохая была идея. Я так старалась. Старалась, не старалась, но я уже все удалил. Теперь все секреты останутся между нами. Хорошее решение. Все, я пошел. Мне нужно еще изучить пару серий, чтобы ваши вкусы молодежные понять. Девчонки, что случилось? Да нет, ничего не случилось. Просто скоро тебе настанет... Капец!